Всем дорогие привет, дорогие друзья! Все же знают, что у нас есть в топе такие икры. Давайте посмотрим, каким образом они сюда попали и заслуживают ли они своей оценки. Это черная атака черной дыры. Конечно, название у нас пока что, как говорится, не запечатлило. Так, открываем ее. Что-то это за фигня будет здесь. Я сразу выключил интернет, чтобы тут... Потому что тут очень много рекламы, тут у нас обучение. Так. Мы просто собираем какие-то пули. Все, что гонить? Не знаю, может дальше что-то будет интересное, я не знаю. Так, смотрим. Ну, давайте. Тут еще какие-то патроны, что ли. Это патроны от пистолета, это что, от дробовика, что ли? Ну, ладно. Так, тайм-ап. Так, нам не нужна тут снова ваша реклама. Так. Это что еще за фигня, за сюрикен какой-то? Ладно, хорошо. Все. Я умер или нет, я ничего не понял. А что произошло? А я типа не дошел, да? Ладно, хорошо. О, тут смотрите, фри для нас, фри. Все бесплатно. Так, ну, хорошо, что дальше? Ну вот. О, смотрите, мы увеличились. Тут даже зеленая полоска. Извините, пожалуйста, это какой-то бред. Так. О, боже. Ну, хорошо, забираем эти... Боже, какой бред. Извините, пожалуйста, но это, конечно, бред, а что тут? Вот смотрите, комплите написано у нас там вверху. То есть мы это сделали. Well done! Вы типа сейчас выиграете. Я не знаю. Все, давайте вот так. Давайте. Сейчас вниз сразу. Пониже пойдем. Смотрите, эти патроны заканчиваются прям быстро, за секунды. Смотрите, мы выиграли. Получили алмаз. И вот этот бред. Класс, ладно. Я удалю эту игру. Так, следующее это Merge Miner. Это какой-то бред. Прокопай, копай, копай. Ладно, хорошо. Вот, конечно, тут, конечно, картинка вообще боговая. Все. Я отключил интернет, чтобы этот трэш у нас тут не выдавал рекламу. Стойте. Нету интернета! А, они продумали, что она тут с интернетом ради рекламы. Ладно, ничего страшного. Если что, я обмонтирую, чтобы тут не было рекламы. Включаем наш интернетик. И все. А ну-ка, соединяем. Лопатка сделана. И что? Дроп? Что? Вы сейчас серьезно, что ли, или нет? То есть вы хотите сказать, что это только что было просто уничтожение? Подарок. О, спасибо, прям боговый подарок. Вот это все, что мне нужно. Какой это трэш. Извини, пожалуйста, это какой-то трэш. Что? Охо-хо. Я удаляю эту игру, извините. И последняя игра на сегодня это Save the Dog. Я не знаю, каким образом она попала сюда. Но вот, типа, смотрите, тут у нас собака, надо что-то делать. Типа, пчелы, нафига? Какого фига? Она, типа, очень популярная. Я не знаю, популярная ли она. Я не знаю, короче, просто нашел ее в топе. 10 топ. Это топ 10. Я не знаю, она то ли там на 9 месте была, то ли... Я не знаю, смотрите. Ну, тут, конечно, 10 миллионов скачиваний. Вы че? Ну, ладно, тогда заходим. Сразу я выключил интернет, потому что не хочу этот трэш. Ну, так. Что тут надо? Вот так. И шо? Окей, я выиграл. Что дальше? И дальше, да, типа? Вы издеваетесь? То есть тут просто пчелы пытаются убить собаку, а нам нужно ее просто защитить. Такая мордашка, конечно, это пеп-трэш. Ну-ка, вот так, типа. Ну, смотрите, я вообще тут бога живу. Ой, они сейчас меня скинут. Боже мой, какой-то бред. Извините, пожалуйста. Да уж. Так, а это что? Ну, так, допустим. Смотрите, точно. Смотрите, они сейчас меня найдут. Они сейчас меня... Ой-ой-ой-ой-ой. А у меня время вышло, потому что я бог. Вы поняли вообще? Стойте, а если я вот так сделаю, смотрите. То есть, игра это допускает, да? Вот так вот. Вот так, смотрите. А, так тут даже ле... Тут есть... Тут даже есть... Этот карандаш. А мы на одну только звезду. Вскоре я удалил этот бред. Не устанавливайте игры из топа. Это реально какой-то трэш. Всем пока-пока.
Всем пока!